Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Джеффа Смарта «Кто? Решите проблему номер один. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и повзаимодействовать с колокольчиком, а мы начинаем. Факт номер один. Самый главный вопрос – кто, а не что? В бизнесе часто возникает множество проблем, связанных с вопросами, что нужно сделать. Но ключевая задача перед этим – найти хороших исполнителей, потому что сейчас кадры как никогда раньше решают все. Ошибки при найме персонала обходятся дорого. От неправильно подобранных кандидатов зависит производительность труда. Несоответствующие должностным обязанностям сотрудники увеличивают убытки предприятия. Расходы на персонал в таких случаях колоссальные, поэтому собственник должен знать, что деньги будут потрачены с пользой. Факт номер три. Найти игроков А-класса трудно, и это нормально. Распространенный способ найма персонала заключается в проведении собеседований и оценке ответов на вопросы. Кандидаты пытаются предстать в лучшем свете, не всегда честно заполняют резюме. И ключевой фактор тут в том, что ваша заинтересованность в А-игроке больше, чем у него в вас. Карта целей. Составление листа целей – первый этап в поиске кандидатов. В документе указываются задачи, предполагаемые результаты работы, качество потенциального сотрудника. Кадровому специалисту необходимо четко сформулировать ожидания от человека. Факт номер пять. Не нанимать универсалов. На основе многочисленных опросов писатели сделали вывод, что универсальные работники не оправдывают ожиданий. Лучше сделать выбор в пользу узконаправленных специалистов, досконально владеющих тонкостями профессии. Поиск никогда не прекращается. Подбор персонала не стоит оценивать как одномоментную задачу. Кадровым менеджерам необходимо постоянно искать новые таланты, даже если на данный момент все вакансии закрыты. При освобождении места в запасе должны быть альтернативные варианты. Несколько отборочных интервью. Убедиться, что выбранный кандидат подходит, можно на нескольких собеседованиях. Писатели советуют проводить интервью с кандидатом не менее 4 раз. Восьмой факт – заключение сделки. Медлительность, отсутствие коммуникации, отстранение от кандидата на этапе выбора может привести к потере специалиста класса А. Хорошего сотрудника нужно убедить, что новая должность перспективна. Талантливый менеджер. Если руководитель недооценивает людей и ставит себя выше, ему не удастся нанять квалифицированный персонал. Нужно ценить таланты других как свои. Десятый факт. Трудовое законодательство. Специалисту по подбору кадров нужно приложить много усилий и потратить время, чтобы разобраться в трудовом законодательстве. Незнание законов может обернуться для компании большими расходами. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Кто? Решите вашу проблему номер один». Подписывайтесь на канал, взаимодействуйте с колокольчиком, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».